Всем привет! Нахожусь в районе Лесной городок. Это по киевскому направлению. Минут 15-20 от Москвы на электричке. Здесь мы взяли на продажу объект. Это гостиничный комплекс по документам. Это мини-гостиница. Полученный здесь на каждый номер кадастровый номер. Вот, документы готовы. Сейчас будем продавать студии. Тут я вижу два направления, два интереса. Если кому-то надо будет проживать, здесь будет возможность проживания, ее можно приобрести и спокойненько жить. Данный объект подходит, каждая комната под ипотеку. Мы прошли аккредитацию в банке Абсолют, поэтому одобрение банк Абсолют нам на данные студии дал. Ипотека будет возможна. Для чего, на мой взгляд, подойдет данный гостиничный комплекс еще? Если приобрести здесь студию, ее можно будет сдавать в аренду. Поэтому она подходит как арендный бизнес для получения пассивного дохода. Окупаемость по расчетам данной студии будет примерно 6-7 лет. Не более того. Все расчеты, если потребуется по запросу, мы тоже предоставим. Все это можно будет посмотреть, показать. Поэтому я вижу здесь два направления. Одно направление — это человеку дешево купить жилье недалеко от Москвы с возможностью использованной ипотеки. И второй момент, который здесь я вижу, да, это пассивный доход, приобретение студии. Также можно брать в ипотеку с погашением, плюс еще вам что-то будет оставаться. Вот поэтому по двум направлениям лично я данный бы гостиничный комплекс рассматривал. Для тех, кто не хочет заморачиваться с последующей арендой, да, искать арендатора, здесь в любом случае будет оставаться администрация гостиницы, с которой можно будет договориться, и она все эти функциональные обязанности возьмет, соответственно, на себя. Вам, в общем-то, останется получать деньги переводом, скорее всего, на карточку. Ну, не знаю, у кого есть желание, можно договориться о получении, наверное, наличных. Но это, я думаю, нюанс, который будет обсуждаться уже после приобретения данной студии, и, соответственно, там переговоры можно будет вести уже отдельно. На данный момент гостиничный комплекс заполнен на 80%. Вот эти вот два здания здесь у нас получается по факту три здания. Одно здание сдано полностью, второе здание тоже сдано, и третье здание освобождено, потому что с него мы, в общем-то, и начнем продажи. Это те студии, которые будут продаваться в первую очередь. Также здесь будет предусмотрена бронь с внесением авансового платежа, да, кто захочет там приобрести другую, можно будет заавансировать, да, и там через месяц-другой мы все равно будем освобождать остальные помещения по мере продаж, и, соответственно, можно будет забронировать уже то, что больше вам понравится. Не обязательно начинать. Ну, кто торопится, тому как раз вот со свободного дома начинаем, смотрим, приобретаем. Да, гостиничный фонд составляет 58 номеров. Вот, номера идут от 9 квадратных метров до 18 квадратных метров. Ну, всю документацию мы вышлем по запросу, опять же, не хочется сейчас рассказывать. Все это мы вышлем, все это мы покажем, все это можно будет посмотреть вживую. Раз в две недели будут организовываться экскурсии. Экскурсии будут организовываться по возможности по трем объектам. У нас есть еще два таких объекта. Ну, повторюсь, да, начинать мы будем с этого, поэтому раз в две недели я буду стараться организовать экскурсии, поэтому можно приехать, посмотреть на местности, обсудить все условия, что касаемо ипотеки, что касаемо проведения сделки, как что проходит, все это можно будет обсудить. Поэтому такие экскурсии мы планируем, всех приглашаю, присоединяйтесь. Всем пока. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Звоните, пишите. Отвечу на все вопросы. Все поясню, расскажу. Пока.